Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Flying Fox, Госдума, ОЛТВ, Плеймарк, Курума. Дэн, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. У нас сегодня замечательная рубрика «Прятки» и здоровенная карта. Даже это не карта, это летающий поезд, который летит в космосе к нашей планете. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. Я начну всех мочить и поднимать вам настроение. Погнали. Начинаю с жопы, с хвоста поезда. Так, а может здесь кто-то? Я знаю, что вы очень хитрые. Такие, как и я. Да. Так, а тут между поездами в темноте никто не ныкается, нет? Не. Ух ты, блин, оно так жахает громко, у меня просто в ушах пищит. Блин, и за ящиками-то можно заныкаться. Что-то я погорячился, ребята, эту карту взять. Мне кажется, она будет сложноватая. А ну все. Ну да, нет, не все. Я должен всех убить. Но это пока я не нашел первого. Когда я найду, то будет намного легче мне. Ты никого не найдешь. Ну иду. Нет. Нет, не выходи, пожалуйста. Мы сейчас договорились и сделали так, чтобы ты сегодня никого не нашел. Фокс! Я тебе замочил, там знаешь, там больше никого нету? Нету. Ну блин. Тебе понравилось? Да, очень красиво. Я знал. Нычка довольно-таки неплохая была. Просто у тебя яркая расцветка была скина, поэтому тебя увидел. Так, скорее всего, я бы тебя не заметил бы. Ну что, теперь нас двое. Теперь мне будет намного легче. Эй, калитка, не закрывайся. Так, блин, тут еще так тяжело ходить. Везде эти предметы вонючие валяются. Ребята, ставьте лайк. Обязательно подписывайтесь. Ролики выходят каждый день. Иногда не выходят, но обычно каждый день. Ссылка на Дискорд в описании. А, и в Дискорд залетайте, поорем. Так, получается, я сейчас на втором этаже. Я думаю, что тут тоже кто-то заныкался. Потому что тактика заныкаться в начале карты — это очень хорошая тактика. Я думаю, что знаете, кто победит? Кто? Я. Ладно, ОЛТВ победит, потому что ты самый опытный человек на планете. Да. Ты уверен? Ну, давай мы сейчас с вами как раз и узнаем. Так, подожди, тут что у нас? Блин, да какие-то однообразные комнаты. Ну, это обычный класс. Это купе. Купешечка СВ? Конечно. О. Блин, а будь внимательным, понимаете, можно заныкаться очень сильно, при этом у них маленькие скины. Больших скинов нету, все маленькими ныкаются. Дмитрий, а что тут не заныкался? Дмитрий, не хотите на стуле посидеть? Не-не-не, не хочу я ваших стульев. А что я тут нигде не заныкался, то бы нашел бы сейчас меня. Блин, а я вообще правильно иду? Назад не возвращаюсь. А, не, все правильно, да. Однообразно вот эта вот часть карты. Притом, ребята, это только первый вагон. А вагонов тут дофигища. А нет, уже второй вагон. Первый я пробежал. Кстати, я там мог кого-то пропустить. Ну ничего, мы вернемся еще туда. Что-то я думал, будет полегче. А, ну не сильно легко. О, смотрите, как тут красиво. А вот это уже прям приколенько сделано. А это что, сад? В поезде сад. Нормаланде. Нормально. Можно жить в нем. Да, согласен. Только тут как бы... Это VIP-купе. Как бы космос тут, ну как бы воздуха по идее нет. Смотрите, как красиво сделана наша планета. Так, подожди, может я от кого-то тут еще... Ладно. Блин, да тут поезд двухэтажный, надо очень внимательно ничего не пропустить. А, вот тут кто-то. Нету. Может тут... Нету. Так, хорошо, продвигаемся дальше. Пацаны, я уже ближе. Кстати, а... Ну не ко мне. Я слышу запах говна. Это Дэна. Та Дэна? А что ты до Дэна наговариваешь такие слова плохие? Потому что он тут где-то. А, ты думаешь? А так зачем ты его палишь, да, этот? Говори, где он. Зачем ты его палишь, скажи, где он. О, Дима, ты тут точно не найдешь. Ты уверен? Морозилки. А морозилки открываются? Не. Вот дверь. Да блин, я думал, тут кнопки какие-то. Не, ну кнопки... А, это телефоны. А, калитка. Блин, я ничего не вижу здесь. Эй, тут холодно. Не, ну, кстати, тут же где-то, ну, бочки эти с газом, так что воздух тут, наверное, есть. А, блин, да ничего не видно вообще там. А мне кажется, кто-то тут заныкался, не знаю почему, но у меня такая чуечка. Там Дэн. Я бы тут позагорал.
Сейчас, я вот так повожу мышкой, может, кого-то найду? Не, никого... Да зачем ты говоришь, что Дэн? Тут никого... Ты специально время тянешь, я понимаю. Нет. Есть, нет. Есть Play Market. А где он был? Он просто стоял. Я знал, Play Market, что ты самый умный человек среди нас. Красавчик, молодой. Он под столом был, не? Не, он просто стоял. Под столом прикольная нычка, кстати. Так, вот тут надо за бочками. Это какие-то генераторы или что это? Это двигатель. О, я их могу уни... Я съел просто эти штуки. Я не знал, что их можно убивать. Он съедать. А эти не удаляются. Кстати, теперь 4 аниматроника или и участника. 4 на 4 поделилось. Все, силы равные. Дима, я нашел одного. Иди сюда. Иди сюда, ты здесь. Да, идем. Вот смотри наверху. Посмотри вот наверх. Видишь, что там? Вот, на потолке, на потолке. А, чуваки, кто-то с Gravity Gun'ом сидит, и мы тебя видим. Вот ты такая, что крути, вот ты сейчас шевели. Оп, ага, все, пацаны. Кстати, можно убегать, если что. Если хотите, но это вас не спасет, потому что мы лучшие психи-аниматроники, которые убивают всех людей. Так, подожди, а тут больше ничего, тут уже как бы можно выходить. Жалко. А, вот поднимаем. Ты убил его, да, кто там вверху был? Да, я убил. О, так подожди, это что, конец поезда уже? Да. И мы пропустили кого-то из... Слышь, вы хорошо заныкались. Ну, молодцы, моя школа. Видишь, хорошо же вам подсказывал, как ныкаться. Да, конечно. Ладно, я никому не подсказывал. Но идея довольно-таки неплохая. Так, хорошо, давайте перекличку. Кого мы не нашли? Меня. Думу, Дэна и Фрэнк. Я с поезда упал. Давайте посмотрим, что будет, если я с поезда упаду. Он без меня летит. Стой, поезд, ты куда летишь? Я знаю, где кто есть еще. Ребята, чуечка меня никогда не подводила, смотрите. А, блин, нет, не то. Так, Алтео, ты думаешь, ты самый хитрый? Так я умер уже. А, ладно. Я думаю, что они в складах. Ну, если бы эти генераторы не ломались, вы бы не нашли. Ну, видишь, ты должен был узнать. Так я-то откуда знал? Поэтому есть смысл, что ты проиграл. Я думаю, что кто-то на деревьях ныкается. Не знаю почему, но у меня вот такая чуечка есть. Нет. Я думаю, что кто-то в складах. А на них... Так на них можно ныкаться, кстати. Блин, это была реально гениальнейшая идея на деревьях заныкаться. А я предлагал людям. Нет, так я бы убил все равно. Так, подожди, Денчик, тебя нашли? Нет. А кого еще не нашли? Госдуму, Флэнга и Дэна. А, блин, еще куча людей. Интересно, кто же из вас будет победителем? Я. Ящики можно ломать некоторые. Тогда я буду крушить все. Идет крушитель туалетов. Хорош. Так, мусорки нет. Так, получается, я хорошо обыскал первый этаж. Второй этаж я не обыскивал, поэтому вывод какой? Мы идем на второй этаж. А, так это и был второй этаж. Тю, блин. Значит, значит, надо его хорошо обыскать. Так, здесь я был, здесь я... А, получается, где двери открыты, там уже обыскали, да? Да. Да. Так, это хорошо. На самом деле карта мне очень нравится. Она очень оптимизирована и очень классно сбалансирована для того, чтобы реально написывать на ней прятки. Согласны? Да. Конечно. Да. Я нет. Я не согласен, потому что должен был уже всех убить. Дима, ты за какого аниматроника играешь? Балабол. Ой, балунбой. Ребят, настроение отличнейшее. Надеюсь, вы смотрите мои ролики и немножечко улыбаетесь. Это новый аниматроник? Да. Он постоянно обманывает, поэтому у него балабол до него говорят. Да, ты его придумал. Да, я такой. Так, я думаю, что кто-то тут заныкался. Не знаю почему, но у чуечка есть такая. Довольно-таки неплохая. Точно тут никого нету? Блин, ну я вот отсюда как-то видно, но когда я захожу в туман, ничего не видно. Морозильная камера сильно морозит. Ах, тут еще. Блин, ну никого нету. А, есть! Подожди, а Play Market уже был найден? Да, он был прямо. А, молодцы. Блин, пацаны, это что, мы сдаваться будем? Нет, я тоже так думаю, что нет. Конечно, так, а смотри, нет. Получается, какие-то генераторы можно удалить, какие-то нет. Не, я там один был. Нет! Мочи нет. Его, пожалуйста, убей всех! И себя тоже. Где он? Я тут был. А, я убегаю. Давай, пацаны, инфу, где он? Нет! А! Хорош.
Отлично, отлично. Флуинг найден. Он, короче, из бара выбежал. Я не знаю, где он был, но я видел, что он в бар выбежал. Я за ним побежал. Подожди, это что кнопка делает? Остались. О, ничего. Госдума. Так, остался Денчик и Госдума. Интересно, кто же из них будет лучшим игроком? Помнишь Нычку? Ну? Который с тросом наверху. Может, они там? Ты думаешь? Я отвечаю, думаю, что есть. Хорошо, если ты проотвечался, запоминайте его. Ага. Так, давайте я наведу. Да, короче, я иду по крыше искать, на всякий случай. А я нашел одного. Где он? В баре. То есть, что со мной? А, вот, все отлично. Денчик. Что? Ты думал, что ты выиграешь? Все. О, да. Дэн, ты выиграл! Так, хорошо, давайте, если мы не найдем его в течение 3 минут, значит, мы сдаемся. Согласны? Дэн может войти сейчас в историю моих роликов. Те моменты, когда мы сдаемся, это просто единичный случай. Это будет, наверное, 2-й или 3-й раз, когда кто-то сдается. Ну, то есть это мы сдадимся, а он выиграет. Ну так я 3 раза уже выигрывал. 5-ка. Да? Ну именно когда мы когда сдаешься, это значит мы слабаки. Куски говна просто. Денчик, мы тебя найдем. Так, все, 20 секунд уже прошло, все, давайте что. Ты одного Дэна нашли. Куда? Мне кажется, он тут. Не знаю почему, но мне кажется, что он где-то тут, потому что здесь как-то так все сделано. Я за карту улетел. Так нечестно. А может, он за коробкой, где типа балкон? Подожди, давайте еще так полетим. Может, что-то я пропустил? Может, он где фары? Ну нет. Зачем, интересно, в космосе фары? Это как-то как будто они что-то светят, да, пацаны? Может, он на деревьях? Нет, там никого нет, вообще почекал. Не, ну это для красоты. Не-не-не, на них можно вставать, я проверял, смотрите. Вот дерево, я да? Я чекал, смотри. Я хоть сам поводил. А, да? Я все равно проверю, потому что, мне кажется, может что-то пропущено. Он где-то в поезде прячется. Минута прошла. Ага. 2 минуты осталось. Ага. Дэн, ну ты что, молодец? Нет. Ты не молодец? Нет. Правильно, молодцы что делают? Выигрывают в прятки. А вы что подумали? Я тоже видел какую-то вещь. Думаю, ладно, не будем говорить это вслух. Дэн, а наш... Нет, не наш. Там что же будет друг друга мочить? Ой, так, вот. Я? Вот это место, где Дэн прячется. Не знаю почему, но мне кажется... Да блин, да что ж вы меня пугаете? Я думал, что Дэна находит. Это... Ну да. Так... Давайте. Может, он здесь, Дима, за коробками? Он где-то вот здесь, вот где контейнер, мне кажется, здесь где-то он ныкается. Вот что там мне... Подсказку дать? Не надо. Нет, мы должны сами. Ладно. Yes. Прошло 2 минуты, Дэн. Минута осталась. Ну, пацаны, давайте, включаем все свои мощности. Да. Да. Бегаешь. Я хоть бутылки поразбиваю, раз не могу Дэна найти. Ну Дэн, ну Дэнчик. Ого, она дамажит здесь, да? Да. Да, эти лучи дамажат, кровяша идет. Это да. Может, он за деревьями? Дэн, только ты этот, не выходи. Да блин, это я. Извиняюсь. Я теперь понял, как вы умираете. Молодцы. Не, ну иногда за карту улетают случайно как-то. Да, такое бывает. Извиняюсь, Димас. Ладно, Дэн, давай подсказку. Давай. Ты уже возле меня пробегал. Это не подсказка, я по всему поезду 2 раза прошел. Давай нормальную подсказку. Ты что, мочишь? Боковым зрением мне можно увидеть. Это не подсказка. Да что за подсказки? Середина поезда. Середина, быстро, все в середину поезда. Приблизительно середина поезда или прям конкретно середина? Ровно. Так, смотрите, у нас здесь 3, 4, 5, 6, 7 9. Вагонов. Получается, 10, раз, 10. 2, 3, 4-й вагон. Возле кухни. Возле кухни, пацаны. Возле кухни. Так, а где у нас кухня? Там где... Ага, кухня у нас. Так, подожди, возле... Да что у тебя за подсказки, дебилоидные? Так, подожди, может ты вот этих вот штуковинах? Мама в морозил. Не-не-не, он здесь. Вот он здесь, я думаю, что... Ну все, время прошло, он уже победил, понимаете? Да.
А ну постреляй, мы хоть тебя найдем. Только не убивайте, когда его найдете. Ой, а, это тут сломок. Я не слышу выстрелы. Слышу. О, тихо-тихо, где это? А ну еще? Еще? Да блин, а ну еще? Так, подожди, вот кухня. А, вот он рядом. Подожди, может он на первом это? Вот. А ну еще? Так, он где-то на втором. Так, подожди, он где-то вот здесь вот. Я прям слышу, но не вижу. Может он под кроватями сидит? Ты под кроватями? Нет. Ну вот, видишь. Там где-то... Я же сказал, кухня и боковым зрением можно увидеть. Ага, боковым. Может он на улице сидит на окне? Да нету его нигде, он врет. Ну Дэн, ну выходи же. Постреляй-ка еще. А ну стреляй, стреляй. А! Вот он! Молодец! Ой. Боже, какая у него классная нычка! Он между водогонами заныкался. Между вагонами сидел. На черной штуке. И у него еще был такой скин. Планктон, его очень плохо видно. Дэн, это самое лучшее. На самом деле, если бы даже было много времени, хоть полчаса, мы бы его не нашли. Это лучшая нычка за всю историю этого дня. Не, ну и когда-то и были лучшие нычки, но как бы для этой карты это гениальнейше. Как ты догадался до нее? Если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока! Ой-ой-ой! Хороший был поезд.